Всем не бага, не лага, дорогие зрители и подписчики наших каналов. С вами миссис Дежавю. И Жека Дрожа. Да. Ей! Мы продолжаем Всем играть. Всем привет. Да, Don't Starve Together. Мермятина такая у нас немножко. Да, ну, ребята, там говорили, что у Жеки у меня на записи там проблемы с голосом. Ну, в общем, мы ее исправили, так что сообщите нам, хорошо ли его слышно теперь. А нормально. Вот, это... Да, угу. Как-то вот. Все пучком. Одень шапочку, покажи, ребята. Ты показал уже, мы же посмеялись с тобой. Я у мамы аутист. Мне кажется, когда они боком стоят, они всегда такие. Дурачки вообще. Это противный, просто противный, ненавижу. Кстати, да, насчет этой штучки. Нам надо куст, короче, выкопать. Куст надо выкопать, сюда вставить. Я совершенно забыл об этом. Он крафтиться просто не будет без этого. Так, у меня где-то была лопата. Да? Берем куст. Я, короче, пойду еды возьму и... А не, подожди, куда я сейчас на ночь глядя вообще отправлюсь? Ну, факел в руки понеслась. Вот сюда, вот. А теперь можно ему лже... Нет? Нельзя? Ты ему прям куст? Да, туда куст вставляешь, и он, получается, вот... Не открывает. Странно. Ну, короче, вот у него крафт появляется. Вот если подойдешь, у тебя под шляпой появится новая ячейка. Крафта. И там можно сделать вот эти хлопушки, ну, короче, разные. Разное всякое. Я, правда, не знаю, куда вот это делать. Да, вот эти золотые какие-то хрени. Ну, это псевдозолото такое, индюшачье. Псевдозолото. Слушай, какая-то маска прикольная. Ну, там вот эти три последние, это целый костюм. Ага. То есть три человека одевает, и получается целый костюм такой. Знаешь, как вот эти вот у китайцев или у Китая, да, вот такие вот драконы. Когда несколько человек бегают. Да, вот да, вот да. Это что-то типа этого. Слушай, здорово. Но я что-то забыла. Это, чем там индюшек, говоришь, надо кормить? Да ягодами, я так понял. Всем подряд. Ну, понял. Только когда я последний... Ты же просто чем-то кормила, она какую-то хрень выдала тебе? Да, сейчас вот покажу. Этот мешочек, я его там бросил. Да, что-то, мы уже там смотрели даже. Что за хрень, короче? Ладно. А, давай туда и сюда кинем. Тут уже обезьян нету, которая тырит. Нет, это не шифрикет. Тут можно. Да. Так, ладно, надо перекусить. Я пошел болото исследовать. О, у нас тут свинячьи есть головки. Где? Головы свиней, это хорошо. Это будет шлемы нам. Ну да, согласна. А я как раз хотела понаделать ловушек и пойти пофармить паучков. Вот, потому что паучки нам нужны, ну, в смысле, паутинка нам нужна. Ну да. Вот так. Так что я пока что буду только траву собирать. Давай. Собираю, пофармлю. План, собственно, таков, что, да, фармим, пока исследуем территорию. Потому что, ну, надо знать, где мы живем, что нас окружает. Кстати, да, и что нам вообще зимой, а что нас ожидает? Моржи, не моржи? Моржи надо. Надо, обязательно. На шинтерку ходить. Блин, так непривычно этот пробел постоянно жать. Это, да, это очень непривычно. Так что, ребят, ну, серьезно, ну, все для вас. Вот вы смотрите, да, не будьте редисками. Все для вас, мы мучаемся реально для вас. Не будьте редисками. Слушай, а я, наверное... Нет, я... вот это я, наверное, все-таки даже выкопаю, да. Вот, около дома соберем. Так, вот веточки посажу всякие. Раз домой сбег... Нет, ну реально, я не могу. У меня бомбит слегка все-таки от того, что надо постоянно жмакать пробел. Это есть, да, не очень приятно постоянно жмакать. Ну, ничего. Да, и сразу так скучаешь по обычным стандартным персонажам, у которых не надо жмакать пробелы. У которых все очень быстро просто получается. Так... Чпок-чпок. Сейчас уже ночь, да, настанет? Да, скоро ночь. Ты там где потерялся тоже? Я на болото пошел. Тут на болото пошел. Гуляю, да. Что-то ночь наступила. Я тогда до дома дойду, потому что у меня тут... Собственно, я хочу посадить еще кучу всего, поэтому что место не занимали, у меня всякие вот эти веточки, которые там лежат. Ну-ка, давайте, посветлее. Я люблю, чтобы светло было, а то я слепа, не вижу ничего. Так, а где у нас? Где-нибудь есть уже диветки растут? Я не помню. А, вот есть точно. Ну, не особо насаживали. Ну, чуть-чуть сюда, что было. А то зима мне, например, вообще вот реально очень лень выходить с базы, скажем так, и что-то там добывать, поэтому я как-то обычно готовлюсь к зиме хорошо. Да, зима не самое сложное. Лето сложнее. Ну, лето легко прожить в подземелье, на самом деле, очень легко. Лето, да. Я помню, у меня много летом было приколов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Меня тут накрыло чуть-чуть этим. Чем? О, да, я забыл, что я не выбор. Я так выбором играю, что я забыл, что я не выбор.
Нет! Я просто сейчас съел мясо монстра, и мне еще хуже стало. У меня было 30 хп, 11. Жесть. Нет, я сейчас... Ты умрешь? Серьезно? Я съел, я остановился съесть семечку. И как раз подо мной был щупальце тентакли. Охренеть, даже ты еще не умер, стой, стой, мне не писать, что... Да я умер, я умер. А почему оповещение не было, кстати, что ты умер? Типа, да, так, сейчас, тут очень много, как вы видите, в моде персонажей. Что ж я тогда... Печалька, ну все, значит, у нас первый отъех. О, я кролик нашла. Будем вести счет, короче, пока что 1-0. Да блин, я буквально только что со стрима, я там вебером играю, ну просто вот, тяжело так перестроиться быстро. Согласна, согласна. Пошел подбирать свои вещи на болото, и у меня вся карта закрыта, у меня весь крафт закрыт. Нет! Вот, кстати, значит, это плюс, что мы живем рядом, ну, база у нас рядом как раз. Далеко бежать не надо, базу искать, а то ты еще умер пару раз по дороге. Да. Ну ладно. Капец. Я думаю, как-нибудь с этим справимся. Так, сейчас я тут паучков чуть поформлю. Слегка совсем. Паучки. Граждане, вылезайте. Ну, граждане, ну что вы? Давайте, давайте. Ну что вы как-то не выходите вообще, как не родные? Давайте. Как-то они не хотят вылезать, короче. Шпи. А, во-во-во-во, все, вылезли. Вылезли. Давай, паучок. Паучок. Все нормально. Да, какие-то тормознутые, главное, то они вообще не вылезали, а то, блин, он толпой. Вышел. Угу. Как ты там говорил, Ctrl-F, да, лупить его? Да. Он уже оторвался от меня. Сейчас будем проверять еще раз. Во, нормально. Ну, правда, он все равно меня бьет сильно. Нет, мясо выпало, нормально. Ну, короче, у меня по одна паутинка и желчь. Ну, по сути, ничего такого полезного, блин. Ну, в любом случае, хоть это. Хоть так, что-то, оденем, на да. самом деле. Я вообще не знала, сколько чего выпадет. Так, а я, кстати, забыла на эту карту. Карта. Где вообще? А, вот, я вообще не в ту сторону, оказывается, пошла, я все перепутала. Аккуратней. Внизу должны быть как раз паучки, а я как раз только одного встретила. Думаю, блин. Аккуратненько. Все собрал. А ты пока еще... Не, все, я забрал уже свои вещи, да. Все свои вещички забрал. У меня две виллы. Угу. Две виллы. Ну, тут виллы есть такие у Мерма, когда он это... У него собственная такая обратительная штука, виллы. Жил, подобрать надо. Там это, свиней колбасит паучки, я сейчас воспользуюсь ситуацией, тут подберу. Блин, они попку свиньи съели. О, кстати, я еще нашла вот эту штуку, которую... Кого? Ай-яй-яй-яй. Которую индюшка тебе выдала. Я еще одну такую же нашла. Мне такое ощущение, что все-таки там золотая эта штука кругленькая, которая нам нужна, но просто она как-то открыть, может, и как-то надо тебе. Честно, я ими никогда сам не занимался, возможно, но нет, это не точно, как говорится. Потому что она такой же формы, но как она открывается, я не понимаю. Ну смотри, по идее, в принципе, если ее распаковать, то как раз-таки там должен быть слиток. Ну вот я его сейчас нашла просто так в кустах, кстати, что самое интересное. Ну, индюшка, видать, поела и сбросила. Просто-напросто. Да. Ее, судя по всему, пауки выгнали оттуда. Да-да-да. А, что-то я... А, я хотела... Так, у нас мяса нету почти. Мне надо еще сделать. Что у меня маловато этого... У веночка. Мне венок скоро испортится совсем. Буду без венка ходить, ужас какой. И причем без хорошего, красивого-то. Да, без рарного такого. Кстати, я нашла еще эти... Мэр, башка мэрма. Ну, их нет смысла разбивать. Ну, зато мы можем рядом с нашей базой разводить. Нас они бить не будут. Так что, в принципе, здесь есть, конечно, плюс. В смысле некоторые. Разводить мэрмов? Ну, домики ставят. Ну, да, наверное, да. Но они только по вечерам выходить будут. Ну и ладно, зато они нас ночью будут. У нас в конструкциях должны быть дома мэрмов, по идее. Ну да. Мне кто-то писал, да, вот первое. Они у всех есть, по-моему, у всех есть. Ну, у всех мэрмов. У всех людей нет. А разве они в обычные нет у Донстары? Я не встречал кролик. Или там только кролик. Только свинья и кролик были, да. Блин, тогда надо было папирус. Слушай, он дешевый, по сути, он папирус и всего. Так, я, слушай, наверное, сейчас опять на болото пойду, опять сдохну. Но пойду. Не надо дохнуть. Только дохнуть не надо. Так неинтересно. Это хороший план. Мне кажется, это замечательный план умереть. Так что... Да, конечно. И потом бегать
доставать свое тело. Да-да-да. Так, мне не мешать. Я умирать, мне не мешать. Не отвлекать тебя от этого очень важного процесса. Очень важного процесса, да. Я есть буду сегодня, нет? Блин, я, кстати, все тефтели забрал с дома. Случайно. А, да ладно, неважно. Там еще хотя бы, ну, положишь рыбу и что-нибудь еще. Что-нибудь приготовить. Да, и у меня один кусочек монстра мяса есть. Один кусочек. Только не ешь сырым. Кролика. Не, да, понятно. Не делай моих ошибок. Я просто, ну реально, я так привык к выбору, что капец уже тяжело так бери это. Да, в этом плане мне тоже выбор больше нравится. Как ты не напрягаешься. И особенно, когда большая компания выживаешь, ты же кушаешь спокойно все. Да, да, да. Не паришься, не надо... ребята едят нормальное мясо, ты можешь монстра мяса хомячить, и все, и не паришься. Вообще не паришься по этому поводу. Так... Что-то плохо у нас кролики ловятся. Надо их как-то стимулировать, чтобы они ловили, слушай. А ты за травой пошла, чтобы сделать ловушки, да, я так понял? Да, я сделала для кроликов ловушки. Ты имеешь в виду ловушки? Нет, я не кроликов искала, я этих паучков ловила туда. Не-не-не, а ловушки какие? Обычные вот эти для кроликов или обычные. Зубастые? Да-да-да, обычные. А, ну зубастые нам надо. Еще. Да, я от пауков всего лишь хотела, поэтому что мне это какая разница была. В принципе, какие ловушки там. А, тоже сейчас лазить будет, так, успокойся. Я предупреждаю, чтобы тебя не напугал. А то я это узнаю, начнет сейчас тут. Я понял, понял, понял. Еще, ребят, если услышите лай собаки, это не в игре, это не у вас в голове. Это... Да, самое главное, что не в голове, да. Да-да-да, это у миссис Дежавю и собачек. Да, да, ну мои подписчики знают, у меня ну мои, нет, есть, чтобы да. Которые, да-да-да, чтобы не пугались. Так, такое бывает очень часто. Ну да, собаки гавкают, иногда такое бывает, я согласен. То есть у них в природе это заложено. Да, издавайте звук недовольный. Как меня охраняют, между прочим. Так что все нормально. Рычит сидит, кстати. Не знаю, слышно, не слышно, но он рычит. Не слышу. Это хорошо, кстати. Видимо, тихо вибрирует. Как-то сидит она... Тихо вибрирует. Да-да. Ну, просто я чувствую по стулу, потому что у меня трястись начинает, когда он там на нем выдает свои. Так, ладно, я пока что на базе тусуюсь, потому что я уже, да, успела прийти немножко приготовить. Я проголодалась, мне пришлось вернуться на базу. Так, ладно, я венок оставлю. А что у нас есть в холодильнике? Там рыба точно одна была, так что, может, тефтели хотя бы одни сделать. Да нет, это я сделала. Я в смысле венок сделала. А, венок. Кстати, еще лепесточки. Ну, венок это только красивый, я могу делать так-то. Ну, ладно, я буду в некрасивом ходить. Ну, можешь оставить лепестки, я сделаю красивый, если хочешь. Да, там, кстати, есть один с лепесточком, поэтому если с собой принесешь, можно будет. Кстати, они еще стакаются, вот эти штуки? Посмотрим. Какие? Нет, не стакаются. Ну, вот это золото, оно не стакается нифига. Блин. А как... Слушай, давай по шамане. Может быть, надо с собой взять золото, в руках иметь золото и открывать его? Нет. Нет. А как тогда? Блин. Я не уверен. Если честно, я не помню. Я никогда сам не интересовался, не бегал, вот это вот не делал. Так ну, что... просто он реально вот этот мешочек, вот серьезно, очень похож на вот это вот, то, что там внутри. Реально, они похожи формы. Вот это то, что надо, золото, и тем, что там внутри лежит. Ну, короче, не знаю, ладно, будем. Подожди, а может быть просто, например, его вот сюда? А, ты вот тыкал, да, ничего не работает. Да, тыкал. Типа дать. Ладно, разберемся. Кстати, может быть, из ребят кто-то нам подскажет, может, вообще в курсе, по как идее, это работает. Мне написали, что надо вот в эту штуку впихнуть. Тихо-тихо-тихо-тихо. В эту штуку впихнуть именно куст, и тогда давать уже кормить индюшек, и вот тогда индюшка будет сдавать непосредственно это золото, а так нет. А так она дает эти мешочки, а с этими мешочками что делать, я не знаю. Она нам... Ну, да, ну ладно. Она и так выдала мешочек, хотя уже впихнули куст. Короче, она сломалась просто, индюшка, походу. Значит, да. У нас индюшка как-то бракованно выдала. Может, надо рядом с этой штукой кормить их, я фиг знает, если честно. Да, конечно, их туда тащить, это вообще... Ну, делают специальные загоны, у нас там умельцы, ну, да. Я помню. Заморачиваться так ради индюх. Они того стоят. Ну да. Халява как-никак. Посмотрим, посмотрим. Нет, на самом деле любопытно, но может быть нам кто-то все-таки конкретно посоветует, а мы, конечно, методом тыка можем многое перепробовать, но... Давай. В итоге... Я просто забыл своих спросить, кто у меня этим занимается. Забыл спросить, на самом деле, да, надо было, да. Так, граждане пауки, выходите, пожалуйста. По одному. Вот так вот, по одному, можно по двое, конечно.
А, вот, ладно, по одному тоже подойдет. Так, отлично. Мясо. Ну, мясо-то, конечно, это не то, что я хочу от них. Ну, ладно, тоже пойдет. Давайте. Опа. Отлично, залез. Все, 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 уходи, уходи, уходи. Надо было где поставить ловушки. Опа, так. Вылезли. Еще повылезали. Ну, блин, я еще долго-то к окольным путям сейчас буду ходить, вот пытаться их... Мне больше нравится их фармить днем, не ночью, потому что ночью их там много вылезает. Мне нравится делать это днем, потому что, во-первых, они вылезают там по две штуки всего лишь, и после этого, после того, как они меня долго не могут там типа тронуть, они начинают уходить. Ну, давай, 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 повыпендривайся на меня еще. Ты ж крутой паук. Вообще надо сделать прям целую поисковую систему по поискам ковра. Как я и без ковра. Ковра? Да. Подожди-ка, а я же пауков, ой, пауков этих, я же находила... Шестеренок? Да-да-да, там же ковер должен быть, по идее. Ну, по идее, да. Уже. Мой дом без ковра — это не дом, это так. Пристанешь. То есть ты хочешь это, попой сидеть, чтобы тепло было, да? Да-да, а наметет снега, потом что, простудиться можно, чихать начну? Согласна, это вообще плохо, да, я вот тоже не люблю. Когда что-то где-то чихается. Так что надо, да. Так, граждане пауки, вы все, что ли? Я чуть не поняла. Так, лишнее дома поставлю. А, нет, не те, не те, не те, не те, не те. Так, так. Ну-ка, один поймался. Отлично, я тут. Ой! А деревьев нету. Так, все, я, наверное, пошел тогда за деревом. У нас дерева нету. Да, много дерева надо. Нашла. О, все, отлично. Все, все теперь? Пойду вызывать Энта. Ой, отлично, я сломаю. Кого ты там? Энта? Энта пойду вызывать, который у меня не приходит нифига. Давай. Ну что, будет прикольно. Было бы здорово, если бы можно было надружить мермов и как свиней использовать, чтобы они тебе рубили дрова. Было бы лучше, на самом деле. Согласна, согласна. Это было бы очень даже... Ну чего ты? Я очень сомневаюсь. А, у меня сломалось-то. Копьё? Я думаю, стою, главное, да, стою рук. Да вот опять же минус в том, что в руках нифига не видно. Да почему ты нормально не лупишь? Слушай, как-то странно. Вот когда я мышкой нажимаю, он лупит, а через пробел он мне все-таки не хочет нормально работать. Да, только через F-ку. Ну ладно, разберемся. Так, а я думала, мне идут эти мстить. Я специально не рушу, скажем так, здесь паучков раньше, чем у них коконы будут обращаться. Ну, третий, да, да. Ну, да. Нам пока нужны. Потом тут просто их много. Потом, может быть, хотя бы поближе к нам, хотя бы один посадить, и чтобы фармить их. Да и все. У меня тут этот временный склероз. На какой день у нас полнолуние? Хороший вопрос. Следующий вопрос. Я без понятия. Вот, я никогда не зациклился. У меня А, ну, нас несят. На 12-й, мне кажется, день будет. Просто дело в том, что я надо пойти этого бифла тогда подстричь. Раз такие пироги, надо воспользоваться ситуацией, потому что если я уж... Нам шапки тогда сделаем как раз. Ну да, хотя бы обычные. Как ни крути, как-то пытаюсь готовиться к зиме. Да, надо, надо. Путинка нам нафармила. Ну, 9 штук, но нам сколько там? 4, по-моему, нужно на одну шапку. Я думаю, что на 2 шапки хватит для начала. Да, да. А там дальше уже... Еще в крайнем случае починим. Господи. Так что, да. Да. Ты домой заходил, да? Да, да, я там что-то скинул. Да хорошо. Что-то скинул. Сейчас. Так, топор, вот. Топор. Что там за... Ой, я думаю, что за собачка? А это Вебер. Хочу сделать дома парочку этих мермов недалеко от нас посадить где-нибудь. Пусть ходят. Ага. Что, братья. Все, я, правда, их ты буду... хочешь их слегка поразмножать, да? Ну да. Правда, их с тобой буду путать немножко. Вы будете очень похожи. Обидно. А нет, подожди, я вино. А я потом буду ходить в шляпе, так что ты меня не будешь путать. Им же-то тоже можно венок посадить, одеть. Обойдутся. Я буду одна с венком ходить. Они обойдутся. Короче, так, ладно. Где-то были еще много было кустов. Я не помню, где я. Самое интересное... Ладно, пойду, короче, еще раз, наверное, оббирать этих. Вот сюда, короче, пойду поформлю. Это я об этом там на экране показала, конечно. Ты, конечно, так все интуитивно понял, куда я показала. Да, да, я так и думал. Знаешь, у меня когда в первую очередь, куда она пойдет? Я думаю, туда. Она говорит, туда. Ну, что... 100% именно туда, да. Да. А вот это как раз. Надо венок? Мажорный. Нет, давай я буду таким красивым ходить. Вот с таким. Буду выделяться цветочками. Это с ягодками на голове ходи.
Слушай, мне пора, кажется, волосы помыть. У меня аж там уже что-то проросло, аж ягоды растут. Что-то да. Да. Что-то печально все. Не помешало бы что-то. Кстати, надо сделать вот, точно, бритву. Обязательно. Заранее хочу заготовить себе еще кострище. Все. Значит, что еще нужно заранее подготовиться, а то резко полнолуние. А ты из этого... Как его зовут там? Чё? Просто я его называю Зюзей, но Жужу? Другие люди я его понял. Зовут Гломер. Ну, Гломер, я Жужу его называю. Да, я не ходил за ним. Ты его не встречал еще? Нет, не встречал. Я просто видел даже статую его. Вот, нам бы его тоже найти бы не помешало. К полнолунию-то. Смотри, что я сделал. Сейчас факел, факел, факел. Ого, слушай-ка, а ты-то особенный домик-то свой поставил? Да. Прямо из шипректа? Да. Блин, круто. Подожди-ка. Я в нем, по идее, спать могу. Да, а я? Я спать легла в твой дом. Мой дом, алё, ты... Оп, стоп, мы подожди, меня хату отжали, ё-моё. Чё за дела? Я не понял. Ну так вот, да. Вот ты вот тут ты пока смотрел, любовался, а я уже все не растерял, спать пошла в твой дом. Ну, манаще. Вот, кстати, нет, это круто. Нам вообще палатка тогда не нужна. Ну, по сути, а да. У меня все-таки, может быть, у тебя должен быть крафт. Есть? Попробуй. Вот, ну, подойди. Мэрмхаус. Есть? Что тебе надо для этого? У меня Мэрмхаус обычный, а вот у тебя крутой. У меня волшебный, да. А я могу обычный, да. А из чего у тебя делается? А давай я пойду сделаю камень. Подожди, камень что? А мне камыш нужен было, дерево всего вот, лишь. Вот, а у меня камень и дерево. Кек. Ща. Надо еще один, надо костер камень большой нету, сделать. Дерева нету, короче, пошла я за камень. Я тебе дерево сейчас дам. Я вот сюда поставлю костер, а ты вот здесь поставишь потом свой дом. Ага, а дерево я тебе дам, да, вот, на. А камни не дам. Камни, ну вот только вот так дам. Я пойду на... Вот так дам камни, у меня больше нет. Так. Давай посмотрим сначала, хватит, на что там хватит. Сейчас. И камня мне достаточно, а вот дерево надо еще одно. Как раз таки, короче, всего мне достаточно, сейчас круто. И еще, кстати, подарок я открою и посмотрим, что там будет. Вот, вообще прям везунчик просто. И подарок, и еще и дом личный, и вообще. А стоп, я не то скрафтила. О боже, я не то скрафтила. Вместо этого самого. Кстати, скрафтила отличную штуку, между прочим. Слушай, я тут это... Чего? Гончарный круг. Нам очень с тобой нужно. Вот просто. Мы без гончарного круга вообще... Что за гончарный круг? А ты, в смысле, не юзал еще? Ди-ди-ди-ди-ди. Ща. Такая главная... Не, может, я название по названию... А, во. Это да-да, это да. Я понял. Из мрамора там я делать. Я, правда, не понимаю, нахрена оно надо? Это статуи. В чем статуи? Прикол? Статуи делать. Красота, декор. И? Все. То есть только из-за стат. Так, подожди, ты будешь мне делать? Подарок не открывается, что ли, у тебя? Теперь у меня камни закончились. Оказывается, я на этот гончарный круг спустил камни. Да, я лох. Ой, не могу. Ладно, зато меня мэром радуется, что мы подарок дали. Рубаха в складку. Рубаха в складку, а у меня такой не было. Прикольно. Вот туда, если идти, вот смотри, вот туда, вот там камень. Я помню, что там камень. Так у нас рядом камни очень много. Ну, в смысле, не рядом, там же биом у нас, я же открыла биом. Да, он. Кстати, так. Мы же с тобой можем скрафтить эту штуку, которая какую? Позволяет карту друг другу рисовать. Да, но если оба сдохнем, то... Ну, так, подожди, а как ты когда рисуешь карту, она у тебя просто зафиксировалась и все, ты можешь в сундучок положить, например? Кстати, да. Как заначку. Да. Вот, все, гениальное просто. Все оказалось. Так что так и сделаем. Тогда... Нас на мало ли что. Так, а там надо перо черное, уголь там надо. Я точно помню. Ну, смотри, я принесла паутинку. Значит, ставь ловушку. Да. Сейчас перо набьем из вороны быстро. И все будет отлично. Будем с тобой в шоколаде. Потому что, да, я тоже не уверена, что я как бы возьму так резко и не отъеду. Все бывает. Вот как вот возьму, взбредет мне в голову, я возьму и умру. Все. Просто, понимаешь, я не ожидал. Я был не готов к этому. Не морально, не физически. Я тоже была как-то не готова, что ты так резко умрешь. Я думаю, что мы с тобой там от холода там умрем, что-нибудь такое. Не надо. Просто реально неудобно, как сказать, двигаться, сражаться им. Надо привыкнуть к ним, очень-очень сильно так привыкнуть. Согласна, вообще неудобно. Нифига. Вообще неудобно. Вот, я да. К такому меня жизнь, короче, не готовила. Да. Вообще.
Чё я предлагаю? Давай ты домик поставишь, и на этом две хаты, и на этом можно заходить. Вот, так, да нет, а давай так, давай создадим интригу на следующей поставит серии. Поставит ли миссис Дежавю дом? Будет ли у нее своя хата на Новый год? Кстати, да. А подожди, я не сделала факел, я сейчас заболтаюсь, короче, умру вообще. И тогда ты умру раньше, чем сделаю этот... Да, кстати, у нас планов, короче, много, ребят. Так что на этом серия у нас подходит к концу. С вами была Миссис Дежавю и Жека Дрожжа. Ждем вас в следующей серии. Пока, до новых встреч.